отрегулируй все сначала. Регулируем? Все отрегулировано достаточно. Да нет, почему мы здесь собрались? Расскажи нашим зрителям. Да нет, то что лучше ты рассказывай. Я думаю, они догадались по основному экрану, на котором гигантская надпись «Prey». Сегодня это подсказка. Это да, подсказка. Что же это такое? Это ретро-стрим, наверное. Да. Нет. Это в Москве показывают игру Prey. Да. Как вы знаете, игру с непростой судьбой. Многократно ее переделывали. Показывают только для прессы. И поэтому сейчас-то мы узнаем, что там в итоге получилось. Ну что, побежали? Да. Делают ее в студии Arkane. Здесь пишется. Ага. Здесь пишется. Давай на всякий случай поставим еще диктофонную запись. Вы слышите, многие тут уже играют, им нравится. Надеюсь, вы слышали эти крики. Пока мы здесь тихо смотрим на заставку, там людей едят. Разрабатывали несколько студий для компании Bethesda, но в финале они отдали ее разработку студии Arkane, которую все мы знаем и любим, по такой замечательной игре, как Dishonored. Я здесь не нужен. Подстрешный все вам расскажет. Ну что, давай, погнали. Ну что, пошло. Конфет. Итак, ставь норму. Мы же норму. Девочка, мальчик. Давай возьмем девочку. Девочка, это смешно. Девочка симпатичная, но давай возьмем вот этого небритого азиата. Хорошо, девочка тоже достаточно азиатская. Ее зовут Мью. 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 Точно мальчик? Глазки. Не знаю, мне кажется, что все будут играть за мальчика, поэтому чисто из-за... Из эксперимента возьмем девочку. Из эксперимента давай возьмем так-то парочку. Так-то мы за мужиков играем. Так-то мы играем за мужиков, да. Мужик играет за мужика. Даже в Лару Крофт. Так, год у нас на дворе написано 2032. Хороший год. Недолго осталось хороший куда год ждать. Да. Может, многие, кто играет в эту игру, доживут до ее воплощения на экране. Кстати, в прошлом году родились репликанты из «Бегущего по...» Да, мы отмечали в нашей группе ВКонтакте. Всем привет. Вот так, глядишь, кто покрепче доживет уже 32-го. Итак. Что у нас? Черный экран. Он интригует смотреть. На чем мы играем? Warm Knock. Надо добавить, что вот у Даниила есть геймпад. Только посредственно не дает мне на нем играть. Говорит, я все мышкой сделаю миллион раз лучше. Но время от времени я ему буду гадить. Я буду так, хоп, в другую сторону. Смотри, доброе утро. Доброе утро, просыпайся, Мию. Дай я попробую взять эту штуку геймпадом. Стой. Хватит подруливать геймпадом. Видите, не дает. Ладно, пускай сам справляется. О, это еще один представитель клана Ю. Алекс Ю. Алекс Ю, неприятный такой вида человек. Я не расист, но человек он какой-то несимпатичный, как я без бороды. Это наше жилье. Ну что, с домиком нас не обманули. Смотри. Не хочу даже представить, какая здесь квартплата. Все здесь красиво, а как с парковкой? А вот дверку заклинило, почему? А то, что нажми и держи. Нажми и держи. Нет. Ничего не открывается. Ладно. Здесь смотри, у нас. Мию у нас очень трудолюбивый. Верстачок у нас да, есть. Да, видишь, у него тут и верстачок. Запись как у нас нормально идет? Не идет вовсе, по-моему. А, нет, идет. Вот. У нас тут и верстачок есть. С каким-то дыроколом. Здесь он ел и пил прямо на рабочем месте. Ай-яй-яй, так. Мы знаем паспорт своего компьютера, это хорошо. Почта. Поздравляю и добро пожаловать. Привет, Мага. Стачка. Пауза потом. Мы поставите не будем, и мы не будем читать. Нас предупредили, что здесь очень много писем, записок, всего такого прочего. Мы все читать не будем. Ты можешь взять бобину себе в инвентарь? Вот по бобину. Времени мы ограничены. Вот, take бобину. Да, взяли. Вот, смотри, сколько здесь. А это не можешь. Это. Вот, нас, извините. Нас швырнул. Предупредили, что все здесь собрать не получится и прочесть. Потому что иначе мы не успеем все показать вам. Вот бутылочку вина возьми. Вот она. Знаешь, она? Наверное, отмечал. И ручку вот от этой сумочки тоже. Take я все еще. Берем. Не убираю просто. Давай-ка. И утро. Не успели проснуться, не умылись. В туалет не сходили. Обратите внимание, появилось в уголку экрана, что мы немножко вот. Ох! Мы немножко алкоголик с утра. Да, этот мир явно для Мию. Понедельник, все объясняет. Понедельник, 15 марта.
Так, ну идем давай дальше. Джойстик. О, можно играть в геймпад. Блин, можно играть в джойстик. Покажи, покажи в камеру. Смотри, я играю джойстиком. Джойстик. Стой. Оп. Куда это я его? Стой, стой, стой. Я попробую. Прекрати. Вот теперь он подрывает. А, я уронил. Ты сам уроняешь. Да, наша. Если я... Смотри, наша. Мы же за девочку играем. Мию одета. Симпатичные, атласненькие. Красные штаны, три раза ку. Так, ну давай хоть в ванну зайди. Утро все-таки. Утро. Вон там, посмотри в зеркало. Это вот не наш друг. Да. Да. И, по-моему, это мы, вторая подруга, знаешь? Цветы на полу. Здесь играют на других компьютерах другие люди, поэтому время от времени раздаются крики, жалобные стоны. Сумка. Смотри-ка, у девочки женская сумка. Да, не мужская. Женская половник, вон там половник есть. Возьмем с собой что-нибудь на работу? Давай вот возьмем. Сливы какие-то полезные. Вот можно газ пить. Зеленый чай. Я думаю... В общем, можно никуда не ходить, просто остаться дома сегодня и поготовить, потому что, да, что-то вообще было не в настроении. Энциклопедия есть тоже. Поваренная книга. Все, не идем. Нет ли в этом сексизма? Не идем. Подразумевают, что Мию женского пола должна сидеть на кухне? Нет. Она гордая азиатская женщина. Она идет скафандр на работу. Давай, лезь в скафандр. Лезь в скафандр. О, маникюренными, ухоженные. О, теперь уже не заметно. То есть эта замечательная маникюренная рука была сделана только для этой сцены. Дальше мы будем ходить в унисекс-перчатках. Там человек работает, не мешай человеку работать. Привет. Фонарик. Потри фонарик. Патрица. Потри фонарик. Пока. Было ваше, стало наше. Убежали с фонариком, это безобразие. Но, а нам что говорили, на крыше нас ждет вертолет, да? На крыше, ой, извините. Поехали на крышу. Фонарик захвати. По-моему, неплохая работа у Мию. Да, бегать с фонариком по коридору. Забирают ее на работу на вертолете. Жизнь, в общем-то, удалась. О, вертолет. Хеликоптер 13 метров, 12, 10. Услужливо подписывает 7. Игра. А вот там можно по лестнике? Это не лестница, это забор? Это стена? Да, нельзя, к сожалению. Да, хорошо. Ладно. Не будем тянуть резину, полетим с фонарем на работу. С другой стороны. Где дверь? Дверь с собой, по-моему, все равно спокойно. Наверное, фонарь мешает тебе взять дверь. Вот видишь, бросил фонарь. И все, сразу на работу. У них там дресс-код, с фонарями не пускают. Чертова корпорация. Ты можешь пристегнуть с ремень безопасности? Мне кажется, она сама сделала. А, Бесезда. Вот. Бесезда. Видишь? Да, да. О, если кто-то смотрел другое окошко, не поможет. Все равно Бесезда. Так, это... Куда-то это титры или выдуманные корпорации просто? Это имеет какое-то значение, как думаешь? ЖТГ? Не знаю, мне кажется, что в этой игре много всевозможных будет. Нам, кстати, сейчас погасили свет, чтобы повысить атмосферность. Это означает, что мы будем говорить чуть потише, чтобы другим не мешать играть. Видно нас, как думаешь? Или ночную подсветку? Видно, видно. У нас отлично видно. Так, а в другом окошке что? Ой, мостик. На мостике Кейн, тоже. Кейн, да, Кейн, да, Кейн, мостик здесь есть. Ну, в общем, мы живем в красивом месте. На работу у нас транспорт хорошо ходит. На остановке не мерзли. Да, бабушки, опять же, не мешают. Что, наверное, уже уехали все. Но и не помогают. Так, ну, странно, что мы не на флайере флипаем до космопорта, а на вертолете по старинке. А вот это, наверное, наша корпорация есть. Ну, судя по эмблема. Ну, видишь, еще бы подписали. Да, Prey написали, в общем-то, с претензией тем же шрифтом, что и все остальное. Она сама птица, себе. Я смотрю, птица. Да, сама себе самоценная игрушка. И тебе спасибо. Невидимый нам водитель. Пока водителя не видно. Наверное, это робот. Должен теперь быть, видишь? Да, там даже, никого нет. У него даже входа в кабину нет. Так, вот еще один робот. Привет. Поговори с ним, поговори. Давай. Хакнуть? Вот так вот. Здравствуй, не до свидания. Да. Хакнуть? Может? Незнакомый, милый компьютер. Все, поговорим? Все. Пока-пока.
капкан. Здесь довольно красиво. Где ты уже будешь курить? Все по одному. Так. Все по одному проекту. То есть 96 этаж, 93 едешь вниз. Ты едешь вниз? 90, 70. Так, так. 80. На каком этаже мы работаем? Сейчас узнаем. Сейчас окажется, что мы парковщик на минус 18 этаже. Нет, 71 этаж. Вряд ли что-нибудь, кроме вертолетов, можно здесь парковать. О, а вот и твой этот. Алекс Ю. Родственничек, наверное. Привет, далекий родственник. Как питался? Угадай, кому в семье вся красота досталась, да? Досада, небось. Вот то, что они спрашивают про красноту глаз, вот это меня наталкивает на то, что на самом деле мы играем за клона. Помнишь? После обители зла посредством во всем подозревает клонов. Везде их видят. Клоны повсюду. Привет, ребята, как служба? Как служба? Ты можешь пойти к нему в сторожку? Ну, я думаю, что... не разрешат. Да, естественно. Ну, пойдем тогда на рабочее место, пока нас не заругали. Так. А там проспектики какие-то валяются. Нет. Там полезные проспектики. Вот, смотри, журнальчик. Да, ней. Давай не читать все подряд, нет, потому нет, что иначе... На паузу почитаем. Ну, просто будем хлипать. Хватит времени на все. Куда это ты? Чего это ты? Ученые. Ученые кого-то изучают. Нас они изучают. Привет. Привет, ученые. Open contest. Слушай, тебе не кажется, что эти докторишки над нами эксперимент сейчас ставить попробуют? Что тебя навело? Аквариум, в котором тебя запер, навел на это место? Да, и то, что дверки-то не откроются. Тебе говорят, так. Что делать, чтобы дверь открылась. След бутона. Что-то надо сделать с какими-то коробками. Типа, изучают наше поведение? Ну хорошо, три коробки. Кидай их все. В ученых, вот в окно им кинем. Я бы составил их. Нет, наступил на них ногой. Все. Все, мы справились? Кинь. Не дай кинуть. Не очень сильная героиня. Ну ладно, во всем. И заработал одну красную лампочку. Нет, мне кажется, что это... Я тебе точно говорю. Это либо ты провалился... А нет, видишь? Одна красная здесь лампочка. Здесь тоже одна красная лампочка. Что тебе говорят? Что тебе говорят? Слушай внимательно. Кнопочка, присядь кнопочка. Вот, да. Поскольку здесь есть стул, присядь. Это какая-то схема обучения нас. Ну да, это тутерл. Ты знаешь, все у Arkane Studios, все доктора похожи немножко на доктора Менги. Ты кнопку сначала нажми. А все, я спрятался. А кнопку ты нажал? А кнопку? Да, вон, в углу экрана. Ты кнопку нажал, спрятаться нажал, а красную кнопку. Ты сейчас тест провалишь. Точно. Так. Оп-оп-оп. Мы можем взять и кресло утащить вместе с собой. Оп-оп. Меня нет. Это не я, это кресло. Ты нас не видишь. Это опасное кресло. Мы спрятались. Нас не видно. Что ему еще-то надо? Все, не нашли меня? Да. И вторая лампочка загорелась, как я предупреждал. В этой комнате. В этой комнате я буду. Ну выпускайте. Самоскрытность. Выпускайте. Да. Сам стул. Ты слился со стулом. Чтобы понять, как действовать стул, как надо самому стать стулом. Каково это быть стулом, так? Так, что еще там? Сначала. Синяя. Так. Ну давай, жми. Наверное, сначала красный. Увлекательно. Пока очень увлекательно, пока мне все нравится. Так, хорошо. А что это интересно? Что этот тест показывает? Скорость, с которой мы будем в игре действовать. Ага. Ой, камеру тебя сняла. Камерки все такие под старорежимные сделаны, да? Да, немножко ретро-футуризма не дает, конечно. Ретро-футуризм, а это просто Arkane, он прям любит все такие механизмы. Да, я заметил. То есть у него даже викторианская Англия, она такая... на тоненьких лапках передвигающихся механических. Мы не будем мешать другим, а то завалим тест. Ну выпускай нас уже, господи, ленивые, медлительные, простая работа, сколько нам тебя с нами платят? Что вы так пугаете? Кажется, судя по этим звукам, дальше игра будет интереснее. Так, ой. Этот стул не надо кидать? Sit down. Наша барышня на него присела.
Это не мы, это другие игроки. Видите, губы не шевелятся. Мы бесстрашные, нас стулом не напугаешь. Так. А зачем за кофе ушел, да? Да. Правило. Видишь, что, раскомандовался, сам кофе себе сделать не может. Так. Ну, куда мы там? В отпуск. Ну, с кем-то новым съездим, давайте. Мы любим приключения. Так. Ну, хорошо, беспокойство. Оно нарастает. Ну, хорошо. Опять поезд. Не надо жать. Шить толстячка, а? Нет, нет, не надо. Не будем? Я как представитель толстячков. Отставил их интересы в этом стриме, да. Они... Опять можно? Нет, нет. Нет? Нет, прыгай. Вот это можно убиться, написано. Прыгай. Хорошо, можно убиться. Ничего не сделаю. Ты лентяй. Это ленивое прохождение игры. Итак, следующий пункт. Следующий пункт. Следующий пункт. Ничего. А, ой, стоп. Это чашка. Не пей. А что там? Две чашки? Туда заскочило что-то. У него теперь две чашки. Туда за... вот теперь вот чашка. Кофе видно. Кофе? О, смотри-ка. Он похорошел. А нас газком-то траванули, за что? Мы же, это же не мы же, у нас же ручки есть, там будто шуба. А почему газ выпустили в этой комнате, когда? Да, она была в той. Че, геймовер? Геймовер. Все, мы прошли игру. Это было интересное прохождение. Ну, вот это был интересный геймплей. Интересный, да. Экспириенс, как говорят наши английские друзья. Неспешный, в общем-то, не слишком сложный. Ну, посмотрим, какие у нас очки. О, как мы говорили, типа игра закончилась, снова начали. А какой? Какое марта? То же самое, 15-е. Точно? Абсолютно. Не 16 марта, тогда бы это... Нет, нет. Тогда бы это был натуральный день сурка в космосе, смотри. 15 марта, да. Да. Может быть, не стал напиваться с утра в прошлый раз? Точно, это бутылка вина. Это бутылка вина. Знаешь, давай возьмем ее еще раз. Тебе надо справиться с... Ух ты, шка. У нее тут буфельки аккуратненькая такая девочка, смотри. Ничего взять нельзя. Вот, может. Наберем? Давай. Наберем свою дорожку? Давай. Там эту штуку ты выкинешь, потом. Вот. Да. Все повторяется. Все повторяется. Так, пиццу бери. Это да, это то же самое. Не, пиццу вроде он... Нет, он может. Может взять. Она. Так, беги. Так. Прямо моя почта с утра. Это причем опишу-то тебе я. Ага, понятно. Ну чего, не будем, пожалуй, пока напиваться. Company Incorporated. Так, возьмем старые классные штуки. Холодильники, все то же самое. Здесь знаешь, то что? Же самое. Джойстик. Что-то, мне кажется, эта работа меня убивает. О, свет, включи свет. Свет будет светло, у тебя будет видно, наконец, в окне, в зеркале. Нет, тебя не видно. Тебя не видно. Ты невидимый. Оп. Ну-ка, а нельзя там протереть зеркало, увидеть себя, как в Fallout'е? Нет. Смотри, у меня тут бусики висят. Вот его, какие-то галстуки мужика. Да, если играть за мужчину, там висят галстуки. Туфельки такая, маленькая, вон, аккуратная азиатская женщина. Лезь в боты, и скафандр, и в бой. Итак, первый раз мы нажали что-то не то, и у нас теперь все по новой. Попробуем в этот раз исправиться. Сколько здесь? Да, 15 марта. Да. Я просто думал, что там дни могут меняться. Ага. О. Ага. А вот и. О. Только. Слушай, а может это все-таки тест? Хотя. Давай. Почему мы проснулись там же? Так. Слушай, по-моему, там не похорошел персонаж. Нам. Да. Это же. А женщина? Звонит. Да. Дженвера. Январь. Тяни за ноги. Вот смотри, что-то есть. Надо перекинуть. Интерфейс мне напоминает старорежимные космические игрушечки. Все еще ретро-футуризм. Смотри, ты можешь взять. Нет, не можешь. Можешь взять. Музыка, кстати. Ой. Да, можем. За ногу потащили. На секунду, потому что это творожило. Она чистый хит. Так, стоп, а здесь был выход? Помнишь? Нет, здесь не было выхода. Был, нет, был, мы туда шли. Да, нет, сюда мы проходили. Нет, сюда мы проходили к лифту.
Только что, да. Нет, в ту сторону. Только что. Дорогие зрители, перемотайте, пожалуйста, на 3 минуты назад, и увидите, что я прав. А Даниил, как всегда, нет. А вон туда, вон наша работа, вон виднеется, видишь? Попробуем доехать вот раз на автобусе, ты знаешь. А вот и нет никакой работы у нас. А вот вовсе даже мы и хомячок подопытный. Смотри, они подглядывали за нами, мерзавцы. Из дня сурка все превращается в шоу Трумана, я так понял. Да. Смотрите. Все это было большой ложью. Все это... Кофейным кружкам, как думаешь, можно верить после того, что мы увидели? Нет. Разбиваем все кофейные кружки. Смотри, они оставили значочек дискетки. Они оставили значочек шестеренок, знаешь? Значочек бумажного письма. Звуки. Звонок. Звук с вертолета. То есть а они что там третье было? Что там третье? Тест. Голуби? Или что? А, да-да, наверное, стаи. Ну, стаи, помнишь, пролетали голуби? Пролетала. Так. Ну, тест. В общем, кому надо, те читают. Алексею. Мы бежим дальше. Так. Ну, я так понимаю, в той стране. А в той стране это очень полезно. Так, там... Пройдить. Вот, смотри, видишь, полезный провод. Заберем. Так. Там еще полезный провод. Все, заберем. Ну, чувствуется, здесь карманы можно набивать от души. Барышня-то у нас хозяйственная, смотри. Так, лужа. Откуда капает? Может, это инопланетная лужа. Ну, вот я все не понял. Венцо. Мне еще кажется, что девочка-то у нас клон на самом деле. Тоже не настоящий человек. Зачем бы ее иначе сажали сюда? Настоящих-то людей много. Давай я тебе расскажу, зачем сажать девушку, потом подсматривая с ними камерой через стекло и попивая венцо. Смотри, и пиццу поедая. Они ее спаивали. Оп-оп-оп-оп, что это? Погоди, и оп-оп. Это такой же, как напало, да, на ученого? Да-да-да-да. Она, наверное, превратилась во что-то. Она только что была этим, стойкой. Ищи вещи по две. Она смоталась в коридор или что? Это не она? Ну, как видишь, нет. Ладно, убежала. Может, и скрипнулась она. Вот что такое? Что это? О, ауч. Явно мы не такие сильные, чтобы это... Тянуть. Переборки всякие, смотри-ка. Лифт. И куда он теперь вез нас? Давай попробуем на крышу. Да. Почему-то не сейчас, хочет нас сейчас нас на крышу отвозить. Не знаешь почему? Не знаю, провод возьми. Может, потому что здесь все поддельное. Может быть. Да. Вот мы и на крыше. А вот и знакомая нам крыша. Да, ехали мы на нее в лифте, кто помнит, да? А это вертолет, который это очень хорошо летает. Вот истинное лицо всех этих корпораций. Огромная надпись на мосту. Как бы нам намекало, что здесь все не так честно и чисто. Вон, разбей стекло. В случае паники разбить стекло. Хорошо. Есть что полезное. Ну, желательно полезное, какой-нибудь мне огнемет выдать. Да. Желательно два. В каждую руку. И еще клона сделайте одного, тоже пусть бегать будет. Может быть, на этом будет построено сохранение. Типа там тебя убили, ты новый. Это что такое? Это полезное? Слушай, написано, что это взрывчатое, поэтому не буду, пожалуй, на всякий случай, чтобы не колотить. Ну и куда предлагаю? А, вот, да. А, помнишь, здесь все летал было робот? Все было ложью. И светилось небо красивое. Все было ложью. И лифт. А, лифт никуда и не вез. Лифт никуда нас и не вез. Все это было одна огромная ложь. А сейчас он везет нас, понимаете? Конфир. О, смотри-ка, нет? Лифт никуда не двигался, мы находились на одном и том же. Да, там здесь был кто-то живой, нет? Охранник здесь был в прошлый раз. Теперь можешь войти, посмотреть. Аптечка. Ну-ка я. Аптечечка. Прихвачу. А есть у охранников что-нибудь полезное? Кроме карт. Карты и грабельницы. Я вижу, в будущем охранники не очень сильно отличаются от охранников современности. Да. Так. Это мы потом почитаем в полной версии. Напомню, что здесь по времени мы ограничены. Выдали нам игру поиграть максимум на час. И поэтому давайте-ка за этот час. Ага, вот оно что. Чего там было? А там написано. Вас мы грудали на час, отмахивайтесь. Нет. Ой, там было.
крыша или не крыша, то есть, ну, переключение. Это на самом деле никакой не небоскреб, мы находимся на одном и том же пятачке. И зачем нам надо было так мозги втирать? Может быть, и не наши, это мозги вовсе. Это тот же журнал. Отсюда мы пришли. Давай идти дальше, типа, на работу. А, снова будет веселый тест какой-то. Нет, да, отсюда мы пришли. Нет, тестинг.ру. Просто вот, она сейчас вот, не открывается. Все, вот, вот. Вот здесь были ученые, да? Опа! А вот не ученые. Вот два стула, два стула, два стула. Ну-ка, долбани в стекло. Долбани. Опа! Короче, все предметы по два вызывают подозрения. Да. Слушай, это не мы случайно с той стороны стекла бегали? Нет, да? У нас пальцы были на правом. Долбани, долбани по стеклу. Не хочу я. Долбани по стеклу. Долбани по стеклу. Само прыгает. Долбани. Опа. Все, 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 все. Уйми. Все. Опасное чернильное пятно. Ты мне не страшно. Так. Я теперь не поддамся на две кофейные кружки. Долбани по кофейной кружке на всякий случай. Она должна уже бы выпрыгнула. Она так. Там что-то полезное, непонятно. Там что-то было с восклицательным знаком. Вдруг какие-нибудь коды здесь будут, еще что-то. Интересно, здесь у нас еще вот. Меня не оставляет мысли, а мы сами не такое чернильное пятнышко было. Это не. Ты параноик. Ну они нам говорили, спрячься. Кружка, кружка. Это настоящая кружка. Скорее всего, то, которое не допил. Да. Что это неделя? Диктофон. Это диктофон. Что насчет Моргана? Она жива. Она жива. Да, мы жива. Да, внутри корпорации выглядит не так представительски. Какой ангар? Знаешь, пойду-ка я, наверное, в контрол-рум. Может, там что-нибудь будет из оружия. Контролируешь что-нибудь? Нет, мы не могли, по-моему, провалиться. Это, по-моему, стеклянный потолок. Мне кажется, что если постучать... А ты стукни с борта. С борта стукни. Вот отсюда как тюк. Тюк. Нет. Прибивать не надо. Тюк. Ты выкинул монитор. Можно. Но мы этого делать не будем. Оп. Так. Хорошая игра интерактивная. Это не картон. Это не рум. Это не рум. Это не рум. А где? Вон там рум. Это рум. Я же стрелочки написал. О, снова здрасте. Ух ты. Опасный кофе. Кофе вообще здесь зверь. Слушай, ты что-то не хочешь? Да. Раз нравился. А он тебя не отстанет. Все. Так. Смотри-ка, между тем эти кляксы, на 30% отъедут. Золотой. Золотой. Можно какую-то гадость. Что-то мы оттуда подобрали. Давай посмотрим. Так. Кто у нас здесь? Да иди нахер! Органика. Знаешь? Может, конечно, какой можно себя нахвалить немножко. Пресс-окей. Пресс-окей. Окей, нажать, видишь? Симуляция. О, смотри, видишь, там всякие эти. LG пролив, окей. Интересно, это... О, нажми. А, вот оно. Уже после красота. В VR хочется, короче. Смотри, и крыша, и как бы крыша. Трубика вычем? Ну давай трубика вычем. Не заметил, смотри-ка. Яблочко. В него заползло. Слушай, что-то? В него что-то запошло. Давай не брать яблоко, оно наверняка не мытое. Сильно. Ну что-то не все можем подобрать. Так, ну что, двигаем дальше. Может, яблочко съедим. Ты видел, ты где его взял? Оп, съел. Все, и теперь мы тоже такие 75 получше? Нет, похоже, я не заметил. 72. 76, смотри, оно добавляет какую-то часть сразу. О, потом... газ. Вот из-за чего они синеют. Загадка синего тела. Если бы это было Скуби-Ду. Смотри, сколько это. Оп, не раз, пойдем, два, три, четыре. Знаете что? Не пойдем. Одно убежало, одно прилипло к стене. Стой. Что? Стой, где-то они здесь. Они же где-то здесь. А что написали? Да я не знаю, что-то январь сказал. Оп. Вот. Еще он так. Он был тапком. Так, мы доверяем чашкам, стульям. А вот эти, смотри, две специально поставили, чтобы мы их стукнули. Да. Давай я тоже стукну. Что там? Сам что-то было. Какой-то ремонтный комплект. Так, аптечка. Стоп. Ящиков два.
В этой игре начинаешь бояться всего парного, ты заметил? Да, это как-то должно какая-то фобия называться. Это. Вот, что-то Ургент. Ургент. Письмо Ургенту. Ну, в общем, там что-то интересное было. Компьютер. Компьютер, фильтр, бог знает что, да, типичная схема. Так. У айтишников. Play your way. Типа, играй как хочешь. А, вон, смотри, вентиляция в уголку есть, видишь? Давай полезем через вентиляцию. Посмотрим, как удобно здесь ползать. Есть. Да к черту его. Давай просто его найдем. Вдруг он появится в другом месте. Смотреть не будем. А сейчас он кем? А ты спрашивал, зачем я беру мышку? А сейчас он кем был? Не заметил, выпрыгнул. Как из табакерки. Трудно его будет поймать. Что это в углу? Вот это что-то. О. А, это можно просто кинуть. Жалко, жизнеутверждающий. А что там? Нажми. Чего? Айеров, все, понятно. Здесь требуется взлом. А взлома-то у нас, наверное, нет еще. Так, стоп, ты не горячись ты. Вот видишь, вот ты очень неосторожно ходишь. Что это здесь? Она прячется там где-то. Она доска. Долбани по доске. Нет. Доска просто. Иногда доска, Данил, просто доска. Сказал человек, который 5 минут назад подобрал банан. Ключ. Не банан, а яблоко. Банан, посмотри себе на это. А, смотри, это тест. Как мы его прошли? Да, тест, который мы прошли. Сколько нас там поставили в конце? Джонг Хенг, не знаю. Дейли тест. Слушай, а как они его зафиксировали, когда его убило во время теста? Может, автоматом. А может быть, это предыдущий тест. Может, оно бесконечно проходится, эта симуляция. Одна за другой. А, нет, это банановая кожура, что ли? Вот. Да, это банановая кожура. Наверное, можно на нее подманивать монстров, кидать. Нет, ловушка. А все равно полезли, давай не будем открывать. Давай полезем через вентиляцию. Давай. Заодно посмотрим, как нам туда добраться-то. Смотри. Ой. А кто это был? Это был, по-моему, Ксерокс. Слушай, тут не всегда успеваешь посмотреть, кто это был. Но долбани по Ксероксу на всякий случай. Кстати, это было похоже на Ксерокс. Взбесился, разбрасывал везде чернила. Так, как забраться-то? Не знаю. Оп, справился. Девочка нам сама помогает. О, присядь. Стой. Она не шевелится, нет? Она не шевелится? Нет, это можно забрать. Она шевелится. Все шевелится. Это не бегает ничего, это он дым идет из стены. Пара. Хорошо, ладно, иди вперед. Так. И мы оказываемся вместе с Зальтом. Ой, стой, туда смотри, что там происходит. Вот этот парень. Опа! Телепорт. Это было просто. Кому-то больше не играть на пианине. Да. Кому-то больше не играть на пианине. Так. А через эту дверь подразумевалось, что мы можем пройти? Ну да, типа открыть. Это зачем? Ключ потратил. Ключ. Слушай, оно там переливается. Может, с него кто-то заутачивать можно? Ой, можно. Да. Можно. Можно, но скучно. Так, здесь ничего нет, здесь ничего нет. Здесь у нас кровавые следы, идем осторожно. Стоп. Там какая-то что? Вон там какая-то. О, она вот, все, и конец. Долбаник еще. Да, так надежно. Он ждал нас. Ах ты ж, сука. Клеевая пушка. На 42 клеевых чего-то. Клеевые чего-то. Оп. А на нем на самом? На нем тоже много, да. Чего интересного. Пишут, клеевая пушка – это самое то, что вам нужно от жизни. Господи, да. Данил, я знаю, что сейчас сделаю? Я сейчас проблю свою парковку, а потом, если получится, вырежу это из стримика нашего. А если не получится, так и будем с продленной парковки. Видите, будущее уже настало. Продлеваем парковку во время стрима. Запись 2. Так, идем дальше. Итак, мы счастливы, батя, клеевые пушки. Что? Аптечку возьми. Нет. Патрон дополнительный. Вот. 200, у тебя 200. Все, ты можешь здесь все клеить. Стой, вот здесь можно. Аптечку взял. Вот здесь аптечку взял. Взял. Здесь есть что-то полезное, нет? Нет. Что-то тут склеил.
Зато вот по этому ящику явно нужно разобраться. Тёп-тёп-тёп. Ой-ой-ой. Чё-чё-чё, прыгает что-то? Нет, не надо. Вот там мимик какой-то, там мимик. Слушай, у тебя есть под ногами труп валяется, нет? Ну, показал? Вот он. Точно. Смотри, там сколько всего. Что это там? Нам январь совет. Пульни, 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 пульни. Но оно не там, превращается в не пойми чё. Ух ты, ух ты, ты большой. О, смотри, смотри, он размораживается. Ну, то есть не размораживается, наверное, но рассыхается. Это, по-моему, другой. Не-не, точно он начинает. Да, в воздухе. Ты тремя воздуха висит. Красивая была скульптура. Смотри, смотри, шевелится, смотри. Да, смотри, надо быстрее. Переводить, по-моему, это наверное сильный, это наверное сильный. Всех, всех, пожалуйста, всех. Все? Хорошо. Смотри, у них что-то... Пуль. Он наелся пуль. Может быть, это просто части людей? Я вообще не хочу об этом думать. Здесь у нас ничего. Так что есть. Разбись. А, закрыто, закрыто. А скажи, если бы кто-то не использовал ключ... Если бы кто-то... А нет, все равно ничего не получилось. Значит, ерор. Слушай, а здесь можно стекло запрыгнуть и разбить? Вот, понятно? Нет. Нет. Видимо, многие на этой станции хотели бы отведать, что там у нас. Не знаю, на полу стоит какой-то сундук. Ладно, забей, идем дальше. Наверное, это не для пресс-показа. Полезное. Это, наверное, не для пресс-показа. Это, наверное, не для пресс-показа. Чемодан. В чемодане ничего. Бечевка или ничего? А, тебе колесо дали. Колесо смерти. Колесо смерти. У нас есть. А, нейромод 19 метров. Справишься? Дойдешь? Дойти до нейромода? Да. Ну, сейчас, если пойду в колесо смерти. Оп. Нейромод. Смотри. Ну, ты все теперь будешь ключом лупить, да? Я так понял. Так, тебе дали портативную камеру. И Net Open U-Trans, что-то такое. Нет. Наверное, какие-то высоты. Апгрейды, всякие апгрейды. В общем, нейромоды это у нас... Нейромод с отдельной закладкой. Смотри, все. А вот куда складываются все записи. Отлично, они приходят по паролям. Давай нейромодом займемся. В первую очередь. Инвентарь у нас здесь. Вот нейромоды. Так, это какие-то... Синтист. Взламывать что есть что-то? Вот первое, это что, взламывать? Да, хакинг. Есть метаболизм повышенный. И эффекты от аптечек. Здесь у нас перенос веса, починка. Это ты не можешь, видимо. Да, материалов тут нас предупредили, что часть функций отключена. В том числе, видимо, вот эти вот, видите, три висят снизу. А может, это таблички? Нет, нам сказали, что это для инопланетных какие-то возможности должны быть, но их здесь специально не показывают. Это что такое? Прыгать через скакалки? Повышает здоровье и быстрее бегаем. А это у нас комбат фокус. Я бы взял здоровечко, знаешь? Можешь? Здоровечко нам давай, всем не давай, повышает. У тебя там клякса отъела, как не знаю кто. Стоп, о, стоп, 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 стоп. Нет, не делай, не делай, не делай. Вот это точно здоровье прибавит, да? Вот это точно, чего не надо делать в виртуальных очках. Вот. Вот играть в это в очках виртуальной реальности. Да, наверное, это. Ну отлично. Теперь мой правый глаз будет болеть еще некоторое время. Так, какой у нас квест? Куда идти-то? Вниз по лестнице? Может, съесть что-нибудь полезное? 60? Он нормально у тебя еще. Смотри, клюковку скушали, что это? Что это? Мусорный пакет? Оп. Ты скушал мусорный пакет? Или это что? Это был вкусный фрукт? Это был фрукт. Так, стоп, 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 не горячимся, не горячимся. Это туалеты, с туалетами всегда все очень плохо. Ага. А из чего он был, из чего он был? Я не понял. Что-то, что рядом стало, вот такое красненькое. Что это красненькое? Кофе? Нет, какой кофе в туалете? Ну, то есть он там есть, но... Да, кофе тейбл. Нет, это кофейный столик. Годи, а ты что, ты просто его... Я не знаю, может быть, оно в одном из этих... Давай не будем проверять. Блоков? Давай не будем, да? Или там полезно? Ну, полезно определенным образом, да? Но если увидишь два унитаза, бей по одному.
Хорошо. Еще один. Здесь вот еще один. Все. Там на полу ничего не лежит? Там. А, это. Нажать можно. Нажми. Сливает? Просто звук? Какой-то работать, уборщика. Ну, я не знаю. Кровь. Где? Вот на полу туда идет. Вот дырку, вот она идет. Но мы не можем, мы израсходовали, да. Мы израсходовали. Очко на то, чтобы стать здоровее, а не сильнее. Ну ладно. Наверное, имеет смысл прокачать силу, и тогда мы сможем это все. Два ядра. Точно. Ну как тебе бывшая ведерка? Что? Обманут нас? Мы здесь были? Нет, не были. Там враги. А, это просто дым. Вот, конец, враги. А кем он был? Ты думаешь, я видел в темноте здесь? Он пытался, по-моему, быть стулом, но ему не помогло. Это красиво. Красиво. Труп. Труп. Красивый труп. Красиво. Они все подписаны. Смотри. Он красивый. У него красивый труп, у него цветок. Нет, красивый труп. Ты взял коммуникатор здесь, да? Я посмотрел. Да, но... Ладно, получается? Запись. Нет, просто кидается. Нет, вот оно показывает, они смотрели какие-то. А если ты его уронишь, он будет показывать? Давай. Нет, отключился. Все нет, на снимке не показывает? Вот смотри, коробочка. Mm-mm. Не, точно она светилась. Богом клянусь, она светилась. А, нет, просто я же не светится. Цветы тоже можно подобрать. Росток подобрал, это можно подобрать. Мы счастливые обладатели цветов. Чашек. Ой, лути здесь можно, вон кофеварку, наверное, можно. Нет, только кидаться. Ладно, идем дальше. Слушай, а с кактуса можешь цветы собрать? Вот, с кактуса цветы. Можешь. Причем все сразу. Отлично. Зачем? Цветы тебе пригодятся. Слушай, они, по-моему, все-таки спавнятся. Ты заметил? Да. Мы тут все медли уже перебили, она все еще надо ставить. Довольно злобные для нормы. У тебя 47 осталось. Там нет чего? Там поживать цветочков? Цветочек нет, не поживешь. А вот это вот два вот. Где? Вот это вот, что за тюбик? Оп, чайку. Выпей, говорит, чайку. Зеленый. Да, ага. Выпейте чаю, да съешьте этих французских булок. Обрати внимание. Кровавый след ведет не туда, а откуда мы пришли. Вот здесь, вот смотри. О, вот. Обрати внимание. Сделано. Запись. Сейчас запись. Обрати внимание, когда мы что-то принимаем, аптечку или съедаем что-то, то сперва подрастает здоровье сразу, а оставшаяся часть добавляется уже постепенно. Куда мы здесь все пошли? Да. Давай побежали вперед. Ладно. Ну, конечно, игра слишком вдумчивая для быстрого прохождения. Тут надо походить, поглядываться, почитать, познакомиться с трупами. Слушай, ну ничего, пока. Пока хорошо, пока бодренько. Пушечка хорошенькая. Можно при помощи нее делать всяческие фигуры. Нет, это труп. О, смотри. Дробовик, это скучно. Ты заметил, кстати, как давай он нарисовался уровень? Да. Лицо этого парня стало выразительнее, чему я не рад. Вот, чемодан бери. У этого парня там. Ой, нейромоды. Знаете что, пришельцы? Вячилка, чемодан пустой. А этого труп можешь потянуть, он такой застывший? Давай. Друг. Да. Протяну тебе руку помощи. Не пугай. Страшно? Очень. Нейромод в колесе в бошку. Где у нас? Оп. Ты чем это? Там не было. Иксом. Ой, а теперь не можешь ничего сделать. Может сюда несколько. Видишь, несколько нейромодов. А двинуть там что-нибудь там. У тебя опция. Смотри, тебе ты двинуть ничего не можешь. Куда делся нейромод? Он потратился? Ну, постой. Иксом. Иксом это. Мы его просто уронили. Ага. Ну-ка, нейромоды. А, вот так. Слушай, силу, меня... подъемную силу, конечно, безусловно. А то мы не можем ящик даже поганый сдвинуть. Нужен один. Что-нибудь надо нажать. Е, наверное, как-нибудь. Вот сейчас вот Е. Нет. Один требуется. Конфирм. С руки, что ли, с этого спускача? С правой клавиши? Оп. Все, вроде потратил. Так, дробовик взял. Нет, мы отсюда вошли. Так, дробовик нам не спрашивает. Окошко моё. Смотри, если это не очередная симуляция, то на самом-то деле
Метеорит. А это не станция? Кто бы стал такой симулировать? Бам! Интересно, до батарейки до окна долетит? Может, здесь надо на время, пока эта штука не долетела? Смотри, приближается. Сейчас. Чё, застыло? Ну-ка, стукнет, не стукнет. Нет, не стукнуло. Видать, нас не хотят устроить гейм-овер сразу в начале игры. Вот. Стоун разгейминтизации станции. Гейм-овер, да. Вы знаете, ваша героиня – нейромоды. Покупайте наши нейромоды. Похожие, как камеры из 70-х годов. Иголки в глаз. Сколько? Одно солнце? Два? Это земная орбита? Да, Земля. Это Земля, да. Земля. Рекламный плакат в космосе летает. Да, так сможешь с утра, а там реклама прилетает. Хоть в чем-то шагнула. Ну что, вот смотри. Маркер видеофайлы 86 метров. Давай посмотрим немножко на окружающую нас. Галактику Млечный Путь. Реальность. Что вот можно заметить в играх от Arkane Studios, это, во-первых, любовь к каким-то архитектурным излишествам, а во-вторых, конечно, транспаранты. Куда игры Arkane без транспарантов вообще не выходят. Им надо переименоваться в Transparent Studio. Не, на самом деле хорошо, что мы тут не бегаем среди этих переборок из алюминия, потому что вот дерево есть. Вот у львы. Скульптуры. Тебя не смущает, что здесь два льва? Может, один из них сейчас как прыгнет. Сколько? 7 патронов к дробовику. Нет, вот левым лучше пользоваться. Его 44. Нет, не прыгнет. Это они на самом деле, что ты говоришь, они уравновешены. Они, опа, Элис. А ты видишь, что они все подписаны, то есть у каждого своя было судьба. Имя. Эта штука не берется? Очень странно. Очень странно. А мы же теперь сильные. Да, давай дерево что-нибудь подвинуть. Нет, здесь ключи везде нужны. Только, а вот можешь, о, смотри, вот можешь коробку. Ух ты, хорошо пихнул. Давай чемодан кинем. Как далеко ты сможешь кинуть чемодан, давай. Ух ты ж. Да. А до этого мы так не могли. Красиво. Хорошо быть сильным. Да, это вам не быть слабым, это совсем другое. О, ценная штука. Тут хуже цедра? Это цедра, но по цедре. Мы можем глинтвейнчик сделать. Да, вино есть, банановая кожура есть, цедра есть, специи ищи специи. А вот звук мне не нравится. Ты знаешь, ты его не слышишь, но здесь, когда начинают нагнетать... Цедр пока использовать не можем. Вот сидит, наверное, специи. Это какой-то фрагмент органического материала, аптечка. Ты достал аптечку? Да. Боишься? Ну, я чувствую, что сейчас там напрыгнут. Да тут все время напрыгивает. Вон, цветы собери. Где? Вон, видишь, вот синенькие соберутся, интересно. Красненьких я почти уверен. Синенькие. А красненькие. Так. О, пас. И вон там дверь была закрыта. Кто это у нас? Да, не получилось, да? Красавица. Хорошо, что ты не страйкал на него трубу. Здесь, вот здесь, вот. Открывай. Паскот. Чуп. Не отсюда, что ли? Не отсюда карта. Досадно. А вот. Погоди, может... Так. Считай стулья. Вон два стула. Где? Вот с этой стороны стоит два стула. Нет? Ну нет, как нет. Ну где? Конечно. Ну-ка, да, немножко. Вот она. Вот она. И ключиком дописи. Нет, еще нет. Подарите сильную тварь, я хочу заметить. Да, полжизни тебя сожрал. Так. Вон там еще одна дверь в глубине. О, твой мужественный профиль. Огромные плечи и маленькая голова. Вон оно прыгает, видишь там? Вижу. Не было только что, ничего. Стулья, наверное, ожили, или еще что-нибудь. Очнулись. И дверь в глубину, проход позволяет? О, позволяет. Давище. Аптечка. Так, это то, что нам нужно было. А это ты можешь сломать теперь, когда ты сильный? Смотри, тут видишь, это ты можешь починить. Погоди, ты это починить? Находится за. Нет, за. Видишь, за стенкой. А, понятно. Там, понял. Я думаю, дверь можешь починить.
Вот здесь можешь собрать цветы? Давай не собирать вообще все, иначе не успеем. Ну хорошо, хорошо. Пройти. Нас же не просто так предупредили, ну, что цветы ограничено по времени. Че ты в ту дверь не пошел? Где? Вот в этом. Да не хочу пока. Смотри, там туалет. Туалет весь клеем заклеенный. Это подсказка. Ты женщина, тебе женский? Смотри, я не женщина, персонаж женщина. Да я знаю, кто в курсе. Так. Так. Два унитаза. Это будет подсказка. Вообще унитаз нет. Ну и где наши клиенты? Вот еще одна. Снаряды. Вот это еще одна дверь. А ты закрыл. А может мужском? Тебе все равно некому проверить, все мертвы. Аптечка какая-то. Мужской это туалет. А, вот шовинизм где приступает. Вот где аптечки-то прячутся. А ведро настоящее? Нет. Нет. Вот чувство у меня на ведро, понимаешь, вот чутье. Нет, ведро, это было не ведро. Все проклятое псевдоведро. Все. Никого ты здесь не обманешь. Пошли по лестнице. Пошли по лестнице. Нет, давай здесь. Ой, не наступи. Там ловушка. О, там труп торчит, труп торчит. Где? Во-первых, вот. Смотри, Бьянка Гудвин. Что ж с тобой произошло? Старушка Бьянка. Вон, видишь? Он пытался добраться до турельки. Турель. Она по нему стреляет? Очень хорошо. У него есть ключ. С кислородным баллоном. Гражданин, наверное, там космос у нас уже. О, открылся? Нет. Нет? Можно турельку перенести? Вот Керри, возьми. Смотри. Керри, бери. Жми их. Так, так, так. Нельзя. Нет, только что же было можно. Теперь нельзя. Вот, давай. Вот этой турель. Нет. О, взять можно. И поставить против плохих ребят. Она сейчас стрелять может, нет? Нет, я думаю. Нет, наверное, ставить надо. Она стационарная. А то совсем тебе сразу пулемет был. Да, сразу выдали на руки. Но зато теперь будет весело. Стой, где? Ставь пулемет. Открыть его, надо открыть. Сейчас. Открылся, не открылся? Нет, ты его закрыл и клей. Надо бы их хорошо, только комнату его потратил. Раз, два, три, четыре, пять. Так, а как тебя открыть? F. Погоди, а. Стой, поставь здесь. Оп. И чего? Есть кто живой? Давай пройдем. И... Да, мы посмотрим. Аптечка. Знаешь что, давай-ка, чтобы не позориться и не погибать на... Да. Съешь аптечку? В стриме, да. Уничтожим. Аптечку. Аптечку, еще что-нибудь заодно. Ну вот этот чайку попей. Ну вот, отлично. Так. Погоди. Давай обследуем комнату с турелью за спиной. Что? Вот это станция, это я знаю. Нет, по-моему, ничего нет. По-моему, турель можно забирать совершенно спокойно. Не, ничего нет. Забираем турель. Турель нам нужна. Турель штука хорошая. Тратить ее. Сейчас забираем турель. Ну это хорошо, что она мобильная. Нет, сразу не раскладывается. Иначе, знаешь, было бы слишком просто. Да, читерски. А вот здесь что у нас тут стоит на этом? А, чашка. Чашка моя, конечно, не доверяю, но... Это закрыто. Может, у нас ключ есть? Может, от этой штуки? Может, мы сможем в подвал спуститься? Берем турель и идем куда наверх. Может, и здесь поставить? Давай поставь здесь, да. Придут эти ребята за нами, а мы такие, хоба-на. А у нас уже турель, все под присмотром. Да. Нет, ты ее закрыл зачем? Так. Так, взять. И берем. Отойди немножко. Во, вот теперь. А, не так уж мобильно. Нет, то есть сразу так не выскочишь с этой штуки. Будем обследовать с прикрытием второй этаж. Если что, сразу беги вниз.
Зачем? Просто иди к прели. Вот этот парень. Не знаю, что мы не взяли. А, который там сторожит, да. Цветы. Ну ты, конечно, не будешь собирать замечательные цветы. Здесь. Здесь еще одна турель. Мы можем с двумя турелями ходить. И дергай так камеру. У меня уже в глазах рябит хуже, чем у инопланетян. Морган Ю. Да, слушай. Они здесь все Ю. Да, но только мы Морган. Пароль. Мне подсказывает, что мы... А мы Морган. Ну да, мы Морган Ю. Это наш офис. У тебя пароль был какой-то. Нет, для домашнего компьютера. Ага, а это дикий. Ну, вот с этого... видеозапись-то там. Вот с этого файла открой. В 9 метрах. Вот с этого вот файла открой, вот. Баночка. Вот баночка. Хорошо. Опа, не добежал до нас. Турель. Хорошая турель. Хорошая, умная турель. Погладь турель. Хорошая, хорошая. Все, пошли. Смотри, как и все, помнишь, у Аркейн. Да. Такое тоненькое, видишь, там они любят все эти. Лампочки, судя по всему. Не, ну не знаю, узнаваемые углы вот эти вот. То есть все нормально. Вот это. Бумажечка. Что? Напоминалочка. Кто записывает на нее пароль? О, тебе январь что-то сказал. О май год, ход босс. Это, судя по всему, наша секретарша написала. А, это январь нам прислал код. Январь нам только что прислал. А до того 0451. Или, судя по голосу, январь это она. Почему январь? Январь. Имя такое, унисекс. Мы тоже, какой-то оказался унисекс. Твой офис. Ничего-то, не бедненько. Ты бы, конечно, поставил здесь стеклянную дверь, эту стенку с нас. Не, знаешь, после того, как вертолет оказался... фейком? То есть ты дурил сам себя, будучи боссом всей этой фигни? Всей этой корпорации, да. Ты странный, вот персонаж странный. Ты что скажи, нет, да я нормальный, вот персонаж же странный. Персонаж-то такой, да. Нет, отражающей поверхности здесь большая беда. Яблочко. О. Это вся твоя семейка. Слушай, а вот не вот эта женщина на лестнице валялась? Нет? Не знаю, а вон. А вот в это, наверное, Мию. Вот она. А, сейф. Сколько там полезного всего. Гул канон и что-то еще. Upgrade weapons. Будем смотреть. Давай, конечно. Как его использовать? А мне не выдать. Ну да. О, можно. Какую пушку? Конечно же, клеевую пушку. Клеевая пушка, да. Только не знаю, что она дает. Иглу и как? Просто скинь на нее. Она дробовик. Так, постой. Может, верстак нужен? Ну, ты же подбираешь. G, комбайн. Ну. Не комбайнится. Ну, она же подсвечивается. Чем ты там тыкал, какой правый? Enter. Что-то не помогло. Ну явно это апгрейды. Ну еще раз Г. А вот. Ну, а, нет, только юнитир. G это комбайн. Может быть из-за того, что версия ранее? Поэтому... Не знаю, давай пока не будем. Ладно, хорошо. Не будем. А это, там еще почерк комп. И ключ. Good morning, Morgan. Джейсон нам что-то ответил. И ключ, и не знаю, что такое. Нейромоды. Сразу куча нейромодов. Сейчас проводится ручной. Опа, пароль есть. Так, а что, видеозапись какая-то должна была быть? Ну нажми. Нажал? Нет, не нажал. Вот теперь нажал. Morgan Ю. Три письма. Вопросительный знак. Так, что мой вопросительный знак? I still don't know what's happening. Но что-то не так. Don't multi-strip. Нет, здесь ничего интересного. Может там есть мультифайлы? Мультимедийные файлы? Утилиты. Watch me, Morgan. Да, смотри, говорит меня, Morgan. Окей. Куда смотреть-то? Play. Нажми play. Оп. А нажал что ли? Да. О, что это темно? А что, блин? Стоп. А, вот, сейчас, вот, нет, не здесь. Нет, тут сюда. Нет. Аптечка. Обратно. Да, иди обратно. Заберу. Сейчас проиграйте весь плеер. Ага, помнишь, в ролике-то был
Мужчина сидел, да? Ты видишь себя. Что я говорю? Говорит, что... Всякие вещи. Говорит, что полно у тебя провалов в памяти. Но, говорит, это нормально, к сожалению. Это нормально. Говорит, это плохо, протестировали на ней это нейромоды на основе инопланетных механизмов, ну, организмов. Понятно. Поэтому, говорит, провалы в памяти. И ты, говорит, можешь доверять январю, потому что она такая же, как мы. То есть, скорее всего, здесь целый корабль этих клонов. Ты все еще веришь в клонов? Я верю в клонов, да, что это все не просто так. И глазки у них красные, так. Финальную версию узнаем. Я из вредности буду против людей клонов. Думаешь, что это просто азиатские близнецы? Стой, сейчас напоят что-нибудь. Стекло разбей, разбей стекло. Пустите меня к сестренке. Я знал. Слушай, даже в твоем кабине тяжело, по-моему, следят, понимаешь? Ой, что это тень была? Ты, блин, тень страшна, блин, страшнее тебе. Слушай, по-моему, тень от мужского персонажа осталась. Да, что-то плечи какие-то у меня такие. Такая. Мию. Так, ну вот вроде как бы это был финал. Ну, слушай, а у тебя есть пароль, да? Нет. А баллоны взорви, взорви баллоны. Может, дверь откроется. Отойди, 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 отойди. Вот за коробку, за коробок. Сейчас, дай, может, договорят. Looking Glass Technology? Уж не знаю, есть тут отсылка к игре Тиф или нет. Судья была Looking Glass такая. Ну уж нет. Что? Поздравления. Вы прошли, да. А дальше играть? Демо-версию. Ну, не демо-версию, пресс-версию. Поздравления, вы прошли пресс-версию. Пожалуйста, присоединитесь к нам 5 мая. Присоединимся. Присоединимся. Arkane Studios. А игра при этом закончится? Нет. Хорошо, жах. Слушай, пока нас отсюда не выгнали, давай. Да. Опа, опа, новая цель, новая цель. Тебе надо найти доктора. И патрон израсходовал. Ну и что? Было весело. Было весело. Пройдем. Доктор, 8. Слушай, мы тут... У нас там тут куча всего полезного. Тут... О, смотри, ясно, тут куча всего полезного. Так. Тут из игры надо все брать. Вот бобины. Я ощущаю себя в четвертом Fallout. Бобины бери. С той стороны все классно. Цветы, я же тебе говорю, у нас собирать цветы. Паскод есть. Так. И зачем я все это складываю в инвентарь? Я не знаю. А, вот кубики тоже беру. Хорошо, паскод. Но кубики важнее. Старт. Вот здесь вот кубики, видишь? Стоп. Глу-контейнер. Вот, это что мы можем произвести? У тебя есть такие кубики? Нет, у тебя не хватает. Видишь, что такое есть, таких нет. Нет, так может... Я сидел, собирать цветы, процесс, видишь? Процесс крафтинг. А куда нужно зафармить? Вон там, видишь, вот. Вот, вложи уже. Вот здесь красного не хватает. Здесь красный кубик? Ну-ка. Это нет, по-моему, патроны какие-то. Только синие. По-моему, ты их сейчас автоматом все выложил. А может, мы можем вот эти ненужные серые вещи разделять, какую-нибудь там органику, неорганику? Нет, их бросить. Синтетик материал, органик материал. У тебя не хватает одного этого кубика синего. Вот синий кубик. Или мне показалось? Нет, это не синий кубик, это фигня какая-то. Да постой, наверняка. Вот, переработка, вы на космической станции. Давай. Ну-ка. Не кидай только журу, перчатки. Ничего не пропадет на космической станции. Все серое. Давай. Инопланетную будем скидывать? Давай. Вдруг нам будет инопланетное что-то. Хотя нам обещают, что не дадут. В общем, все зеленое это то, что мы можем использовать здесь и сейчас. А все серое это то, что мы сейчас... И вот еще. Разложим на составляющие. Точно, это органик материал, фрагмент. Нет, это уже. Это уже разложенное. Трансфер, наверное. Трансфер. F. F. А, это автоматом сюда. А вот сюда наведи. Ну, это автосорт у тебя будет. А вот сюда. Вот здесь. Трансфер, давай. Вот трансфер джип. Давай, F. Опа. Откуда брать? Вот там у тебя рецепт. Вот там вот возьми.
Вот здесь вот, все открой. Нет, мы все оттуда забрали. А что жать тогда? Хорошо. Наверное, в другом месте жать что-то надо где-нибудь. Ага, вот, все, сгрузили, смотри. Все полетело, полетело. О-о-о, сколько. Сколько всего полезного, мир будущего. Да, слушай, пошли обратно к аппарату. Что мы там сможем, это что такое? Давай, тейк, тейк, старт. Старт, старт. Старт, старт. Вечера. Что да, мы можем сделать? Это нам нафиг не нужно. Мы старый не поломали. О, смотри, вот видишь, можем что-то сюда, по-моему, засунуть. А нет, только забрали. О, все, можем, давай. Смотрим. Ух ты. О, это же трехмерный ветер. А, ну? Так, 48, 48. Так, так. Нет, не хватает нет, у нас. Видишь, красненькая двоечка. Да, ставьте здесь. Может, еще пригодится. Хорошо, и кто теперь Плюшкин? Я. Отлично. Скрафтили себя. Интересно, где же мы можем это апгрейдить оружие? А может, там верстак был? Может быть. Давай-ка заглянем. Хотя мне кажется, что они не будут повторять Fallout. Потому что вон, это вон, вызывало вон, слишком... Вон, 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 здесь вот. Слишком нет. Вот. А нет, на лупу навези, может, тебе что скажешь? Нет. Просто это... забраться сюда можно. Ну, ладно. Не, наверное, так тем же... Диспенсер. А вот... Пульт у него управления. А вот там, наверное, что-нибудь не хватает. Вот, видишь, не хватает деталей. Ладно, фиг с ним. Нам надо найти какого-то доктора, ты видел? Нам нужно найти его кабинет. Что-то мне подсказывает, что вместе с кабинетом мы найдем еще что-то. Который берем с собой? А он у нас там внизу стоит. Оставь его, пускай он его здесь. Ну, нам не сюда, это точно. Хотя такой. Яблочко. Яблочко на столе стоит. Нет, ты кидаешь. Так. Кидаешь-то теперь красиво. Не как девчонка. Да. Ну, как девчонка. Но... Мы не шовинисты. Мы не шовинисты, как сильная, уверенная в себе. По 14 числам мы шовинисты. Да, вот, наверное, хоть здесь. Стой, 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 стой. Все, красота. Кстати, там было написано 15 марта, а сегодня... А, сегодня не 15. 14. Мы в будущем где? О, все, открыл. Приготовился, приготовился. А, стоп, 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 стоп. Да, экономия. Экономия. Не, но... они запутались, они там не могут войти. Примани их с собой, своим красивым телом. Ты всю дорогу заклеил. Ты заклеил им дорогу. Не такие вы уж умные. Что, думаешь, он за тобой еще гонится? А то у тебя что, ключ кончается? А, это он у тебя чокнулся. Слушай, по-моему, турель вынеси в коридор просто и все. Надо было вынести турель, надо было все рассчитать, надо было вынести турель, поставить ее в коридоре, а потом анлокнуть дверь. Да. Знаешь, малышки. Может, и правда? Давай. Хорошая турель, полезная. Отойди. Нельзя, отойди. Так, вот. А теперь открываем дверь. Так, и как, есть кто живой? Есть, 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 есть. Ну, есть. По-моему, она, по-моему, не стоит стоять там, где турель. Надо как-то подсказывать что-то. Так, не зеркальное зеркало. Труповище. Это кто был, доктор или охранник? Нет, не знаю. Пистолет, пистолет, пистолет. Пистолет. Где? С другой стороны. Вот, наконец-то мы нашли какой-то глыкообразный пистолет. И теперь можем ходить с пистолетом. Сайленс, он, между прочим. Сайленс тихий? Да. Не привлекает монстров? Или что? Ну, зная Аркейн, да. То есть явно они не сигару, просто... Сигару, возьми сигару. Где? Он на столе лежит. Закурю. Нет, вот одна отдельная. Смотри, хорошо. Отдельная. Взял. А закурю? Можно? Можно закурить? Да, можно. Где? А нет, нельзя. А нет, жаль. Можно, по-моему, использовать жаль, сигару. Жаль, ты же бы ходил тогда по игре, да, а еще да. Девчонка ходила бы такая... Стильно. Харизматично бы было. Да, точно. Так, вот сколько метров там осталось? Отремонтировать что-то. Это где-то там за стенкой. Здесь, а походу... ремонт комплекта, который мы собирали, тоже в расход пустились? Нет. Вон они там все есть. И на что они тебе нужны? Сигары. Это был очень курящий человек, я все понял.
хотел взрыв. Это. Стоп. Не горячись, не горячись. Нет, ну входи, но просто ты побежал. Бежать здесь, по-моему, не очень. Вот где нам турель вот пригодилась. Не та игра. Во-во-во-во. Тут кто-то из последних сил. Синенькая штучка. Синенькая штучка. Дротик от этого. Сейванись. Тут есть квиксейв. Сейванись. Сохраняется. Я все еще работаю. Может, турели правду принести? Побудем давай, немножко. Давай, немножко параноиками. И принесем турель. Ну, знаешь, хорошая турель еще никому никогда не мешала. А вот это, слушай, вот это что? Ага. Нет. Нет? Было очень похоже, что... Не секретно. Было очень похоже, что... Привет, турель, мы за тобой. Думал, мы тебя бросим. Нет. Мы свои не турели. Мы настоящие друзья. Бро. Турель твоя бро. Или как-то систер, учитывая, что мы женский персонаж. Так, ставь ее вот где зелененькая, поближе, а то он нас тоже накроет. Есть? Такое впечатление, что Friendly Fire здесь есть, да. Отходим. Вот. Ну вот, мы готовы. Нет, стой, вот сюда фигни. Сейчас. Благо, теперь пистолетом. 11 метров. Отходим. Отбегаем, да, все верно. И? Ничего не произошло. Во, это опять рециклит бин. Полезная должна быть в хозяйстве штука. Да. Нет, все такой карточки. Так вроде бы собрали все, что нужно. Ну что, здесь где-нибудь? Там за Кульманом посмотри. Он Кульманы. Один работает. Вот этот вот работает Кульман. Вот. Посмотри, что на Кульмане. Сядь там на стульчик. Вот, да. Хорошо, сел на стульчик. Не справился. Это надо отремонтировать. Давай отремонтируем. Ты съел что-то. Ты что-то отремонтировал. Нет, я отремонтировал. Тут и вправду ломаются твои предметы. Угу. Но, к счастью, не очень быстро. Пойдем там посмотрим. Там ремонтокомплект валялся. Ты его не взял вот здесь. Что-нибудь еще есть? Помнишь, ты сказал, что у нас ключ поломался? Он и вправду, вот эта серая полосочка внизу, она была в невысоком состоянии. Да. Тогда пойдем дальше. А что там, другая космическая станция? Что там плавает? Нет, или... это осколки наши, помнишь, когда... Нет, солнечные батареи. Ну да, попробуем. Вот этот кусок наши плавает. Вон туда к дереву пойдем. Окей, господа, мы, наверное, заканчиваем нашу сессию. Нам нужно немножко времени, чтобы перескопировать запись вашего процесса на внешний диск. Вот. Спасибо. Говорят, что заканчивается. Видите, свет загорелся. Ну, мы сделали основное. Убеем этого монстра. Да, теперь же можно не жалеть дробовика. Вот такая вот игрушка, друзья наши. Вот такая вот игрушка. Не доверяйте всем парным предметам. Хорошие. Детские картинки. Давай еще немножко наиграем пока. Пока нас не прогнали. Молчательно не прогнали отсюда. Все съели. И держали. Не, все здорово, но типа просто очень... Давай в быстром режиме. Спим, что-то еще увидеть из игры, которая выйдет только в мае. Вот плакатики на стенке, да, вот плакатики. Приезжайте в Париж, приезжайте в Японию, приезжайте нафиг куда-нибудь, приезжайте. Все закрыто, дверь откроет, забери. Может, еще успеешь? Паническое завершение игры. Да. Ну, в общем, мы здесь достаточно сильно все обошли. Хорошо все обследовали. Все красиво. Станция приятная. Если бы на тебя не нападали с каждой урны и с каждой чашки, тут бы было просто приятно жить. Дизайн приятный. Ну вы знаете, оружие, клевая пушка. Мне понравилась клевая пушка. Как тебе? Клевая пушка отличная. И, кстати, понял, что ей можно не только замораживать твари, но и, например, делать вот это. Я на самом деле подсмотрел это в ролике. Это релизеры, да. Оп. Ловкость никто не отменял. О. Отличный вид на Луну. Отличный вид на труп. Отличный вид на закрытую дверь. Вот не совсем понятно. А, вот знаешь что, какой минус? Не совсем понятно, какой именно ключ мы взяли. Есть? Может быть, в инвентаре надо было посмотреть? Да, но все равно, ну что, сверять
что есть все, у тебя ключи? Доступ. Да, есть, да, они одноцветные, это немножко портит. Если бы ставили какой-то дополнительный... Вот еще одна дверь. Можешь открыть вторую? Если бы ставили какой-то дополнительный маркер на этом деле, нет, мне кажется, что там еще и поломалось все. Заклей, заклей, заклей. Где? Вот он. Смотри. Да, еще одна. И вот это, наверное, тоже можно. О, смотри, клей — хорошая штука. Клеевая пушка по концу рулит. Чем мне клеевая пушка нравится? Тем, что и вправду до этого в играх ничего подобного, да, не встречалось. Поспорить по универсальности с ним может только это магнитное ружье Гордона Фримена, помнишь? Ну и то. Да, Гордон Фримен, он может притянуть, оттянуть, а здесь клеевой пушкой можно. И в доме... О. Все, нас гонят. Да, нас пока, гонят. Пока. Смотри, смотри, мы как раз дошли до зомби. One final second. О, да-да-да-да. Безжалостные сотрудники Bethesda пытаются нас... Все. Слушай, а вот мы не вот такие же? Не знаю. Об этом узнаю. На этой жизнерадостной ноте мы прощаемся с вами. С вами был Константин Подстрешный. И Данил Кузьмичев. До новых встреч. Все, теперь нас можно честно прогонять. Thank you.